Ня-н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 я. Всем привет, друзья! Это канал Full Noun Dishy, и это специальный выпуск, который я веду с основного канала, где, в принципе, есть рука доната небольшая, хоть не так уж и много, но, в принципе, она присутствует. И это, собственно, Луна. И этот выпуск посвящен специальному обновлению 4.4, потому что тут вышла новая локация, новые боссы, новые персонажи, много всего нового, собственно. Почему бы это не посмотреть, почему бы это не почекать? Так, эту катсцену смотреть мы не будем. Основное прохождение у нас всегда по ссылке в описании. Плейлист, ссылка на плейлист в описании. Там проходим Genshin Impact без молит. На самом-таки деле здесь... тоже можно сказать, что я без молит прохожу, потому что круточки я коплю на Сяо. Собственно, вот, путь воплощения, да, плевать, любой возьмем. Нахида баннер, значит, Нахида, Сяньюй новый персонаж, мы сейчас ее посмотрим, она вестница небес. Всех поздравляю с выходом этого обновления, это означает, что скоро уже будет Натлан. Я немножко покушаю. Это будет небольшой выпуск, это чисто выпуск посмотреть, мы не будем ивент проходить, потому что мы будем его проходить на основном аккаунте. Точнее, на аккаунте, где мы пилим основной контент. Вкусненько. Я сегодня один, потому что Настя на работе. А я работаю удаленно, в отличие от Насти. Опа. Опа! Это что такое? Вау! Так, я сейчас это поставлю. А почему, собственно, и нет? Красивая карточка. Опа! Новый скин Шэньхэ. Выглядит красиво. Стоит на момент обновления дешевле. Ну, на 320. Подожди, 330. 200... На, 330, да. Экономная. Ганьюй, скин новый. Вот, интересно очень. Очень интересно выглядит. Так, именную карту ставим. Так, у нас соединен... Фонтейн и, собственно, Ли Юэ. Пойдем сейчас туда. Давайте сначала посмотрим, что здесь у нас происходит. Так, тестовый забег. Новый босс. И новая область. Давайте начнем с тестового забега. Кстати говоря, теперь тестовый забег можно легче там... Вроде бы в этом обновлении можно его использовать таким образом, что вот ты вот типа прошел и переключиться между тестовыми забегами. Так. Вкусная зараза. Так, смотрим. Ух ты! Камин есть. Чё, тоже есть урон, что ли, у него? Неплохо она так шмонает. Ничего себе. Двадцать семь тысяч? Ну,
Они похожи на друг на друга, каменные, собственно, другие. Вот, другие пробные уровни. Красиво. Нахида. Ну, Нахида это понятно. Кстати, у него какой-то отряд интересный. А. Я туплю, это не отряд. Это просто... Ну, поняли. Так, что я переспечен так? Картинка, конечно, не найс. Так, думаю, получше будет. Так, отряд Нахида, Сианлин, Лиза Барва. Ну, то есть, под Дендра. Бутоны Дендра. Я хотел себе Нахида очень сильно. Но, к сожалению... Я не могу себе позволить в том плане, потому что я жду Сяо. А шанс того, что Сяо не выпадет мне, если сейчас крутну Нахиду, очень велик. Прям величественный шанс. Что в этом плане не совсем удобно, что баннеры именно таким образом построены, что сначала идет баннер Сянь Юнь и Нахиды, а потом Юймику и, собственно... Вы поняли. Юймику и Сяо. Сяо я жду вообще очень давно. И у нас в группе в конференции, в Телеграме, на которую, кстати, подписывайтесь. Не бей меня. Дурачок. Вот это чудо. Все летит на стол. Посмотрите на это чудо. Это сахароза. Вы мне можете сказать, типа, ты что пиздишь, сахароза, как бы это не сахароза, это сахароза, ее зовут так, сахароза. Ее зовут сахароза, и она лезет на стол. Ты чё? На стол-то лезешь, хватит на стол лезть. Я тут пью. Так, камин. Я, кстати, не смотрю, как он интересно выглядит. Так, подождите, оружие. Междраконья кости. Так, горящая алая ведьма, уже проще. Таланты, понятно. Кто-то написал мне. Непонятное сообщение. Так, смотрим. Что ж ты делаешь? Убери. На аккаунте, где мы проходим без молитв, мы хотим выбить себе Синсю бесплатно, ну то есть бесплатно 4-точный персонаж, мы там не крутим ничего, но посмотрите на этого персонажа, как он заманчиво выглядит. Охрененно выглядит, классно вообще, дизайн, мне нравится. Тоже прыгает, как прыгает попрыгунчик. Я так тебя прокачать захочу, ты что творишь? Линет. Просрал ульту, ешку. Да, подождите, Линет, а что у тебя за оружие? Церемониальный меч, артефакты. А, посмотреть нельзя. Ну, конечно, пошел ты на Аксу, да? Правильно, да. Восстановление. Восстановление очень быстро у камина, мне это нравится. А, ну Линет меня бьет сильнее, ладно. О, маг бездны. Какой ты огонек просто, посмотри, что он творит. Блин, его надо качать, я не знаю. Охрененный персонаж, мне прям вообще понравился. Великолепный. Слислайм, звездная ракушка. О, Катарталь, так, не вздумай на системе, не вздумай, не надо. Сука, кошка мешает как угодно, просто вот максимально пытает помешать. Не вздумай, не вздумай, ты пошла, а, кошки, не надо, не надо.
прошу прощения, кошка отвлекает, как угодно. У нас был стрим последний. Хайдзу. Тоже хотел прокачать его, но... Как-то на него не хватает... Не хватает ресурсов на него, понимаете? Потому что... А с другой стороны, зачем мне Хайдзу нужен, если я вот себе Сяо хочу? У меня уже есть Кадзуха. Мне очень нравится Линет. Вот, собственно. Линет мне очень нравится. Еще и Сахароза прокачана, есть Джин. Ну, Джин, понятно, у него другие задачи, но тем не менее. Может быть, конечно, потом, там, в далеком будущем. Что творят, а? Что творит, а? Что творит, а? Так, закончить испытание. Я хочу вот что посмотреть. Я хочу посмотреть сборку так называемой Сяньюнь. Кис-кис-кис-кис-кис. Не надо там лазить. Так, оружие. Понятно, это сигна. Опа! Бонус комплекта называется «Песня былых времен». Это новые артефакты. Экипированный персонаж включения. Это эффект стремления, который существует. То есть она типа под хиллера собрана. Гора Аутсан, вольный журавль. Давайте еще разок. Бахнем всех. На. Сорок восемь. Ой-ой-ой, красота. Не, ну на огонь, да, огонь. Ну все-таки залезла на системный блок. Вот дрянь. Кошки. Так, все, из меня очень нравится Сюнин, так, сейчас я кошку уберу. Ты хватит лезть сюда, да что ж ты тебе... Что ж тебе нравится этот системник? Я его поставил для красоты, для того, чтобы ты на него лазила. Кошки. Так, вебку чуть повыше вот так вот. Оп. Можно чуть что-то добавить. Чуть не добавилось. Тени у меня, короче, на... Мне плохо видно, потому что... Ну, вебка не такая уж прям и классная. Она приколдесная. Приколдесная. Так, значит, я этот отряд, пожалуй, поменяю на что-нибудь другое. У меня тут неплохие очень персонажи. Они прокачаны на этом аккаунте. Есть персы, которые прям солидно бьют. Что бы такого взять? Льюэ отряд... Ну и хутаули отряд, так сказать. Давайте возьмем что-нибудь такое. На что я подзабил вот этот отряд. Я вообще подзабил на всех этих персонажей. Проходить ли задание легенд сейчас или не проходить? Просто серия планируется быть немножко по... Так сказать, по... Не такая длинная. Чисто обзорчик. Обозрели мы уже персонаж. Давайте обозревать новые локации. Вот с горы Аутсан прыгнем. Не-не-не, как вкусненько. Прыгнем сюда. На новую статую архонтов. Видел теорию про то, что вот... Там это самое... Как он называет? Вот, в каждом регионе 6 статуй архонтов, а это что-то значит. А вот и все. Их тут уже не 6, тут уже больше 6. Это Льюэ, долина Чэнь-Юнь. А вот и сундуки, вижу первые. Примагемчики, это хорошо, кстати говоря. Было бы неплохо их обновить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо.
Сколько у меня уже? Еще 15 круток, и у меня гарантированно будет сяо, даже если я проиграю гарант. Так, хили чурлы. И сундук богатый. Это было неожиданно, друзья. Давайте посмотрим. Значит, Фудзинь. Еще один адепт. Это скромная обитель, где нашла себе пристанище. Мы же только были в горах. Как так получилось? Это мне такой же вопрос. Я охренел просто. Как так-то? Что случилось? Что произошло? Так. Мне кажется, вебка слишком темная. Попробуем сделать посветлее ее. Тени ебаные, сука. Ну да, потому что свет падает там под углом. И он ярче, чем тот, который светит на меня. Сейчас вот здесь вот свет тоже есть. Так. Простите, что пригласила вас в гости, не предупредив. Непростительный недосмотр с моей стороны. Адепт Фудзинь. Так, мы гармонируем с духовными артериями этих мест. Угу. Давно ждала нас. Не могу угостить вас ни чаем, ни изысканными яствами. Просьба к вам есть. А, вы слышали чайную деревню Цяоинь и в долине Чаньюнь. Деревня Цяоуин издавна славится своим чаем и родниковой водой. Местные жители добры, отзывчива галька в ручьях деревни Цяоуин, красиво и изысканно. Но с почвой в долине Чиньюнь что-то творится неладное. Даже аромат чая стал другим. Так. Вы прямолинейны. Так. Если на пути возникнут трудности, поймете, как с ней справиться. А если в странствиях по свету все будет ясно, как день странствия быстро прискучат. Я хотела сказать что-то подобное, но тут ладно, давайте так. Я не должна сбивать вас с толку своими однобокими суждениями. Прошу прощения. Амелия, тогда позволь мне поделиться с тобой силой адептов. В странствиях по обренному миру она поможет вам одолевать реки, горы и проходить сквозь туман. Рада знакомству. Добро пожаловать в долину Чаньюнь. Чаньюй. Так, ну это было очень неожиданно, и это максимально, я такого не ждал, такого еще и не припомню, чтобы ты начинал проходить новую локацию, и тебя вот так телепортировал к адепту новому. Ладно, давайте смотреть, изучать, что у нас здесь происходит. Так, ягодки пособираем. Музыка здесь. Прикалываюсь. Так, это... статуя Геоархонта. Стало быть, посидеть можно. Опа, фотография. А, сумеречный блеск Бишуй занесена в архив. Ой, красота-то какая! Вау! Вау! Так, секунду, друзья. Надо следить, как сколько весит у нас запись. 12 гигабайт, нормально. Потому что я запишу в высоком качестве, поскольку... поскольку эта сука ютубская, она жрет качество очень сильно. Так, одну секунду. Всем привет, друзья, это канал Full Noun Dishi, и это специальный выпуск, который я веду с основного канала. Где, в принципе, есть рука доната небольшая, хоть не так уж и много, но, в принципе, она присутствует. И это, собственно, Луна. И этот выпуск посвящен специальному обновлению 4.4, потому что тут вышла новая локация.
Если это было видно, это было слышно, то это, конечно, классно. Проверка, надо проверку делать. Откроем статую архонтов. Ничего себе! Кстати, она похожа на Фонтейн больше, чем на Дюе. А, это сейчас Люе, окей. То есть это локация без геоколов, гидроколов. Так, ну выглядит все очень, я бы сказал, не то что красиво, а восхитительно. Так, на открыть нужно, получается, вот этот телепорт. А, я туда и шел, но не дошел. Так, это задание я, пожалуй, уберу. Нефритовое благословение, так же хорошо. Но у нас задача не проходить сегодня задание, а чисто смотреть, что, где стоит, что, где, как лежит. Это что такое? Какая-то штучка. Тут прям очень спокойно, я скажу вам, друзья. Ух ты! Птички новые, посмотрите эту птичку. Великий вор! Красавец какой, кстати, скуки снова очень неплохо смотрится. Чего? Так, клюкастый. Рыба из клюва пеликана. А зачем я это сделал? По капису взяли рыбу, украли у пеликана. Так. Что ты там, кошка, творишь? Ты уже нервируешь меня. Так, что здесь у нас есть? А, какая интересная текстура, вау. Так, а я залезть смогу? Да, почему нет? Это ж самый прочный парус. Так, духовный карп. Что это такое? Я не знаю, что это так. А зачем ты... Давайте это самое. Опа! А, с них ничего не падает, окей. Давайте поменяю, наверное, я Беннета на кого-нибудь другого. Не, поменяю Синобу на какого-нибудь другого электроперсонажа, потому что два хиллера получается. Правда, Беннет еще и саппорт. Давайте возьму я какого-нибудь, к примеру, Тигнари. Чего бы и нет. А чё? Опа, сундучок. Опа! Здесь сундучки дают камни стока обычно. Это хорошо. Так, значит, это что такое? Что я сделал? Священный симулякр. Что это? Что с ним делать? А как? А что делать? Что делать? Что-то преодолевать надо. А он еще раз. Необычные каменные статуи, сила адептов, дарованная Фудзинь, позволяет с легкостью передвигать эти тяжелые на вид... камни какие-то передвигать. Ты что творишь? Что ты нашла там? Подожди, стой. Ты откуда? Ты что, обои уже грызть начала? Вот же сучка! Не, кошка, конечно, обнаглела. Камень по башке получил. Так, плавать здесь нельзя. И, собственно, долго плавать тоже здесь нельзя.
А, вот что нужно сделать, куда их поставить. Тогда вернемся назад. Ага, все, я вижу. Я вижу, что с ними сделать надо. Надеюсь, ты не утонешь. Так, их нужно священные симулякры вернуть. Опа, богатый сундучок. Интересно, интересненько. Короче, здесь очень красивая земля. Вау. Сказать, что я восхищен, ничего не сказать. Классно очень все это выглядит. Ящерку надо поймать. Офигенно. Красивая локация, прям вообще прекрасная. И я, собственно, этот выпуск как вот сделаю, смонтирую, сразу его выложу, потому что это эксклюзивно. И это интересно. То есть это классная локация, это обновление. Белка. Ладно, сколько моры? В 10 тысяч. Ну, это лучше, чем 300. Я не знаю, что это за животное, но оно выглядит красиво. Тебя можно бить? А, ты дерешься? Ого! Стой! У кабанов пополнение, бляха-муха. Так, еще одна. Нефритовый треножек для благовоний. Используйте силу адепта, чтобы резонировать с нефритовыми треножниками, разбросанными в горах. С помощью силы, заключенной в нефритовых треножниках, можно незадолго зажечь курильницы на пути священных артерий. А, то есть это вот. И что делать? Кого зажечь-то? А кого зажечь-то надо? Пока не понимаю. Еще раз. Чтобы резонировать с нефритовым треножником, разбросанным в горах с помощью силы, заключенного в нефритовых треножниках. Так. То есть надо вот так что сделать. Ага, вот оно что. Теперь понятно. Только я не понял насчет одновременно, потому что ну как одновременно зажечься, они в разных местах все. А, это его и надо делать. Странные вы люди, конечно. Пишите одно, на самом деле другое. Так, сундук богатый. Геопечати, это означает, что можно будет купить еще побольше себе всякого. Ну, моры побольше купить в Лиюэ. Ты где кошка? Ой, блядь, что творит вообще? Кошка, конечно, не такая. Вообще какая-то странная. Так, посмотрим, что у нас дальше. Прикольно. Пока все будет прикольно. Ну, я не то, что докапываться буду, но просто мне нравится наслаждаться этими локациями. Так, похитите лисок. Так, я хочу убить эту вот кабанину. Что с него выпадет? Испытание. Бля, ну они быстро пропадают, это нечестно. Каким боком я успею его, типа, догнать, если он пропадает так быстро? Так, какая-то штука, это надо собирать, так понимаю, для чего-то.
Так, духовный карп. Еще одно место для телепортации. Что там кошка делает? Ты что творишь? Ты где? Кошки. Знаете, вот сюжет Фонтейна, я не буду спойлерить, сейчас просто скажу, что это очень классный сюжетный момент в игре. Что будет в Натлане, сложно представить, потому что хотелось бы, чтобы там все было настолько прекрасно, чтобы не жалеть ни о чем. Типа ожидания, тут ты ждешь, там выход новой локации, новой сюжетки, потом разочаровываешься. Это как бы не очень хорошо, а когда ты вот прям рад этому, это прекрасно. Так, слабенькие похитители сокровищ, хотя у меня отряд не такой... Ты что творишь? Бля, эту кошку надо что-то с ней сделать, она ходит по проводам, ты что творишь? У меня скоро монитор будет новый, если она его поломает, то, конечно, будет грустно. Так, извиняюсь. Мяукать не вздумай даже. Совсем ошалела кошка. Под стол приходится лазить. Пока что на все, что она делала в течение этого выпуска, она просто мешала. Причем так активно, я не знаю, зачем она это делает во время записи. Но эта кошка вообще какая-то невменяемая. Так, поехали. Дальше идем. Почти поручение выполнить. Теперь поручение можно не выполнять, что самое интересное. Что снова делаешь? Это что? Сцены с лотосами на воде. Так, лотосы и светильники зажигать надо. А где они? Собственно, светильники эти. А, все вижу. И зачем? А, их размещать надо. А, все, я понял, это загадка на сундучок. Давайте не будем выполнять. Пойдем дальше. Серия не планируется быть слишком долгой, максимум 33 минуты уже, правда. Ну, кошка, конечно. Вот что это такое? Так, черепашки-ниндзя. Давайте возьмем, наверное, сюда Дилюка. Кажется, двуручникам будет проще это все сделать. Конечно. Нефрит чистой воды. Это для кого-то из новых персонажей, полагаю. Новая пампушечка, так сказать. Испытание еще одно. Геочастицы. Подозреваю, что не в бульбашах. А, на эти листочки нельзя залезть. Да ладно. Я лучник убрал, да? Какая прелесть. У меня лучника два прокачанных. Это Тигнари и Ганьюй.
Красиво. Ты что там делаешь? Кошка раздражает меня, сука. Красивое испытание. Говорится, not bad, not bad, not bad. Если помните, кто-то говорил. Ставьте лайк. Как вам обновление это? Кто уже посмотрел? Или кто на момент видео посмотрит? Или кто посмотрит просто потому, что он не может сам скачать себе игру? Или просто любит смотреть стримы чьи-то? Записи с обзорчиками. Кому нравится, вот кому. Вот я смотрю, он пока что мне нравится все. Я, наверное, сейчас закончу записи поиграть чуть-чуть. Хотя работать надо, друзья. Работа это дело такое. Так, добудьте 10 минералов. Так, что здесь? А, это у Катеньки получать. А дом ты сразу мне дашь. Какая быстрая лошадь. О, господи. Это не лошадь, это какая-то... Кошка, ты где? Опять тут... Я не могу, меня раздражает, сучка. Что это я взял? Ага. Опа, новые мопчики. Так, точка телепортации. А дальше что? А дальше куда? Потерял я дальше. Куда идти-то? Так пусть они живут. Стена Чиджан. Какая-то стена. Некто Чиджан. Что это такое, неизвестно. Я так понимаю, здесь конструктор, архитектор... хранитель облаков. Ну, судя по сопоставлению ее нравов и всего-всего-всего, полагаю, что она это и есть. Так, это надо активировать, да? Так, надо найти специальную штуку, чтобы активировать это. Это, конечно, интересно. Надо найти-то... Откуда все это брать? Ну, ладно. А это что такое? Сердитые симулякры. Необычные каменные статуи, применять силу адепта. Так, хоть это и каменные изваяния, по какой-то причине они выглядят возмущенными. Интересно, почему подобие они вырезаны. Впрочем, какой бы выбор вы ни сделали, эти каменные статуи не станут сердиться на вас всерьез. А
Ну, а забирайся даже сам как хочешь, да? Действительно. Кстати, провисла сейчас немножко у меня игра. Но очень классная механика. Прям вообще мне нравится. Статуя архонтов. Давайте туда. Мы туда как бы и шли. Как бы, в принципе, да. Так, что у нас подземелье? Есть какие-нибудь здесь подземельники? Вот я бы хотя бы в порт Илун сходить, посмотреть, что за порт. Нового босса посмотреть. И, собственно, закончить на этом серию, потому что это чисто маленький обзорчик серии, хотя она уже явно идет почти час. Ну, что поделать, здесь столько всего прикольного. Кошка мяукает, мешает как угодно. Что тебе нужно? Ты хочешь руку мою, чё что? Так, а вот это что такое? Это локация как бы... А вот стив босс новый. Тут подводный мир есть? Или это просто подземелье? Так, а вот что это, а это что такое? Оно в зоне доступности? Интересно. Интересно. Я хочу сходить сюда. Но сначала сходим к боссу. Поскольку босс это интересное создание, которое нужно посетить. Так, посмотрим направление движения сюда. Музыка здесь релаксная. О-хо-хо-хо-хо! Какие людишки. Я, пожалуй, на этих людишек возьму что-нибудь посерьезнее. Отряд, в смысле, серьезный возьму. Давайте, допустим, вот такой. Дед для щита. Дед, потому что это самый крепкий щит. А, он мертвый. Пнул, называется. Ничего, что не переключаешься. И стоило из-за этого стрелять. Видишь, ты умер. Ты сдох. Сундук. А что с этим делать? Тысячелетия истории смотрят на нас. Используйте древодарованность. А, это что-то восстановить надо. Ух ты! Это прикольно. А где? А как? А где-то здесь? А... И что? А куда ставить-то? Подождите. Так, на какую-то плиту поставить надо, я так понимаю, да? На какую? Кто мне подскажет-то? Я пока не понимаю ни хрена. Куда и чего это ставить? Хм. Так, это где-то здесь. Не понимаю. Не понимаю. А. Кажется, понимаю. Нет.
Нет, я не понимаю. Ну то явно, чтобы сундук открыть, наверное. Ладно, разберемся позже. Пока не понимаю. Кто понимает, что с этим делать, напишите в комментарии, что с этим делать. Потому что пока что я не бум-бум. Но я вижу штуки, которые стоят. Ну как они ставятся? Они же не ставятся как надо. Ну тут видишь, тут везде они такие. Это явно загадка. Определенно. Так, это у нас... ух ты, какая свинюга. Видели? Прикольно. Прикольно. Кстати. Так, давайте еще раз посмотрим, раз попала вторая штука, почему бы и не попробовать еще раз. Давайте смотреть, что с этой штукой делать. Вот у нас есть. А теперь поворачивать нельзя? Ты что поставился сюда? Ты что, блядь? Норкулыга. Вообще не бум-бум. Вообще не бум-бум. Так, смотрите, стоит она так. И чё? Что с этим делать? Подождите, еще раз. Так, смотрим. Что значит... Вместо их-то так, чтобы они были повернуты в правильном направлении. А какое направление у них правильное? Так, ну вот два места. А-а-а, значит, это сюда получается 100%, да? По-видимому, да. А как тебе поставить-то правильно? Ты сука. Тю, блядь, серьезно. Так. Плюс-минус разобрались. С этим. Но это было сложно, я скажу вам. Окей. С горем пополам разобрались с этой штукой, но я не понимаю, почему ничего не произошло. Ладно, идемте к боссу, уже сколько у нас серии идет. Ух, почти час. Почти час, а планировалась вообще короткая серия, ну ладно. Еще в порт хотел сходить. Хочу посмотреть на... вот этого... какая-то кошка. Зверь Сюань Вэнь.
Реакция разбит? Что это за реакция? Вы знали про такую реакцию? Что-то еле я туплю. Так, а вот и босс новый, давайте к нему сходим. Опять-таки красивое место, пейзажное место. Древний владыка гор. Суальни отшельник. Проседает FPS здесь. Так, ну такой босс душненький в конце. И что-то проседало здесь очень сильно. Я бы сказал, жестко лагало. Так, что вот это за место? Давайте посмотрим. Я хочу посмотреть, что это за место. Почему оно отображается, но при этом... Вот хочу посмотреть. И сейчас Павел скажет, типа, давай пойдем туда, я тебе пошлю. Хута убили? Миазмы. И здесь эти миазмы, господи, кругом какая-то скверна просачивается. А когда ты хута успела подохнуть, не понимаю. Мастер по смертям. Что я могу еще сказать-то? Так, а что это такое? Просто река? Так туда нельзя? Интересно. Ладно, непонятно. Непонятно. Так, хочу пойти на... пойти в порт. Как бы это так сделать... Давайте подлечимся, во-первых. И пойдемте на порт, посмотрим, что за порт. Хутао каким-то макаром померла. Не знаю, как она умудрилась сдохнуть, но... Давайте смотреть на пейзажики. Во-первых, интересна эта штучка. Видите, штучка? Какая-то приколдесная. Выглядит очень интересно. Так, что-то взять. Что-то можно взять, так сказать. Посмотрим. А, древняя нефритовая чаша. Стой. Блять, не успел. Ну ладно. Ладно, пусть живет. Пусть живет. Так. Не, обратную сторону мы не пойдем. Мы пойдем вперед. Потому что серия уже затягивается на самом деле. Так, сундучок. Синсю скин. Я на этом аккаунте точно себе выбью. Да, собственно, и на основном аккаунте, который мы проходим без молитв, тоже будем убивать Синсю, потому что... Ну, остальные персонажи, как бы, по стихии нам не особо нужны. Мы думали между Нингуан и Синсю, но Нингуан... Мы ничего, короче, не сможем ни саппортов сделать. Так, телепортационная точка. Какой же кайф. Такой звук, что релакс, релакс регион. Пока не такой сложный. Вау.
цивилизация. В Ли Юэ есть цивилизация. Это что за девушка стоит? Гидролог. О как. А вот и порт Илун. Чай адептов. Интересно. Чай адептов. Чай адептов. Не знаю, что это. Но если это доступно, значит это что-то. Стоять! Красота-то какая! Ляпота! Что ты, кошка, творишь там? Так, поехали наверх. Понятно. Не надо сюда лезть, хватит сюда лезть. Хватит сюда лезть. Хватит. Сколько можно? Так. Мы наверху. Давайте заканчивать на этом. Это небольшая серия обзор новой локации Ли Юэ. Не более того. Это специальный выпуск, он выйдет сегодня. Вот, собственно, как я его отрендерю, так сразу его залью. Но он будет еще обрабатываться часа 4, потому что в 4К мы заливаем видосы. Чтобы что-то. Плейлист по ссылке в описании на основное прохождение без молитв. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.